Чуткие, отзывчивые, неравнодушные – это все волонтеры Подмосковья. Они с радостью посвящают время, силы и любовь тем, кому нужна помощь. День добровольцев в области отмечают с 2017 года. А значит, поводов сказать спасибо людям широкой души и большого сердца, вернуть частичку признательности тем, кто по первому зову оказывает внимание и заботу, стало больше. В честь важной даты в Малом зале ДК Подмосковья состоялось торжественное мероприятие с участием членов «Молодой гвардии» и волонтеров 120-го округа. В нашем регионе есть свой праздник, День добровольцев Московской области. Мне кажется, это очень символично, потому что у нас одна из самых крупнейших волонтерских организаций в целом волонтерского движения в Московской области, одна из самых крупных регионов с волонтерским движением в Московской области. Поэтому здесь много неравнодушных людей и членов различных организаций, и просто неравнодушных людей, которые готовы включиться в решение проблем, которые готовы помогать жителям, своим односельчанам, горожанам. Волонтеры – пример доброты, человечности и бескорыстия. Сегодня им благодарственные письма от регионального отделения партии «Единая Россия» и Мособлдумы. Но, как признаются молодые люди, для них самая большая награда – возможность быть полезными и делать этот мир чуточку добрее. Для меня это стало больше, чем просто видом деятельности. Я этим по-настоящему живу. Мне очень нравится помогать людям, видеть их глаза полные благодарности после того, как ты совершил для них доброе дело, и это настоящее удовольствие. Региональное отделение «Молодой гвардии» объединяет свыше 8 тысяч активистов. Их главное кредо – сплоченность в общем добром деле. Будь то помощь участникам СВО и их семьям, пожилым людям и детям. Навык работать сообща – один из основополагающих волонтерской деятельности, считают организаторы праздника. Они предоставили возможность доказать и закрепить дух коллективного единства в увлекательной игре. На то он и праздник, чтобы развлечься, отдохнуть и набраться сил.